Добрый день. Сегодня заменим на Cherry Indis 2013 год передний стеклоподъемник с правой стороны. Немножко он тут скончался. Снимаем обшивку. Откручиваем саморез вот здесь торца. Один, я уже открутил его. Два самореза снизу. Вот он один. Вот он второй. Снимаем вот эту крышечку. Под ней саморез. И снимаем вот эту крышечку. Вот здесь, где ручка открывания двери, здесь тоже снимаем вот эту крышечку. Под ней тоже саморез. Все эти саморезы подкручиваем. Снимаем вот этот уголок с зеркала. Он тут на двух клипсах выдергиваем. И теперь подрываем обшивку сверху, снизу, здесь. И поднимаем ее вверх. Снимаем тросик и отщелкиваем разъем стеклоподъемника. Теперь откручиваем кронштейн крепления ручки. Отрываем пленку. И откручиваем вот эти гайки. Раз, два, три, четыре, пять. Пять гаек на М6. Откручиваем. Опускаем стекло, чтобы вот эта планка появилась вот в этом месте. Здесь отверстие под один саморез, мы его откручиваем. Вот он. Здесь вот второй саморез. Его тоже откручиваем. Придерживаем стекло. И стекло поднимаем вверх. Стекло выводится легко, снимаем его полностью и теперь мы откручиваем само крепление.
разорвался. И вот так вот трос намотал. Новый стеклоподъемник будет оригинальный. Фирма Cherry. Номер его S18-610-41-20. Можно пощелкать, да? Все, нервы пошли у всех. Так, снимаем с мотора. Привет. Тебя выпускают? Так. Да, так, ставим стеклоподъемник. На этом мотор бошевский стоит. Уже другой поставили. Но тоже оригинальный номер Cherry. Заводим вверх. Заводим мотор. Подключаем разъем. Ставим на свои места. Наживляем мотор сначала. И ставим теперь планку. Вот, как видите, на новом стеклоподъемнике рамка здесь же стоит, в этом месте, чтобы удобно было прикрутить стекло сразу, чтобы ее не гонять и не ловить мотором. Ставим на место стекло. Опускаем его вот до этих клипс. Здесь направляющая такая маленькая. И закручиваем саморез. Один. И второй. Так, вот мы стекло установили. Ставим на место пленку. Проводим на место тросик открывания двери, проводку на место и приклеиваем ее на место. Обшивку под
Включаем разъем. И подключаем ручку. Сюда заводится солдатик и вот этим фиксатором фиксируется. Потом вставляется вот в этот паз крепление и все. Солдатик, одеваем обшивку. Опустили, пробуем стекло. Все, стекло работает. Ну и на место прикручиваем обшивку. Ну, все, этот саморез закрутили. Снизу два самореза закрутили. На ручке саморез закрутили. И это тоже закрутили. Ставим на место заглушки. Здесь на заглушке есть место установочное. Здесь нету. Здесь просто резиновая заглушка. И здесь квадратная вот такая. Просто защелкивается. Теперь ставим вот этот уголок на место. Здесь две направляющих и две защелки. Все, ее мы установили. Стеклоподъемник мы заменили. Всего вам доброго.